Читаем дальше. Так. Значит, Павликов военно будет. Ответил. Добрый вечер, Лобашеву, Снегиреву. Наверное, с этого чем отличается принципиально. Вот это принципиально. Сейчас как же быть-то. Ну ладно, вернусь. Так и быть. Так, вернусь. Что, ветераны вообще это видели. Это еще идет культурное, да? Это еще идет культурное. Кстати, про Саранца. Ради бога, друзья. Звонят мне, долбят меня. Вот этот телефон, я сейчас еще его специально. Специально. А вот он. Вот этот телефон невестки Железовой Татьяны Александровны. Вот. Кто хочет Саранцева уже сейчас, потому что потом поздно будет. Потом я говорю, самый маленький в России. Подумай, самый лучший. 8-913-444-3178. 8-913-444-3178. Будьте добры, звоните Татьяне. Меня звонят с утра до вечера, я не успеваю отбиваться. Вот она принимает заказы. Раз. А теперь отвечаю на ваш вопрос. Вот это, ладно там. Я выделил специально. Видите, почему у меня фейн отдельно? Просто тот, кто видел каталог, он не обратил внимания, что я выделил. Те, которые выделены, они будут отдельные условия. Например, не больше 10, а может и не больше 5. Вот поэтому выделил. А здесь, смотрите, сейчас я покажу вам номерные. И объясню, сейчас поймете. Вы задали вопрос, извините, терпите, ждите дальше. Какие сливы, да? Вот этой сливы нет в природе. Синий переделан, смотрите. Видите? Вот из этой мой друг Чернобаев взял мою веточку, привил на этот самый, на, естественно, он розового цвета этот сам Б, и получил вот это чудо. Вот. А я сказал, вы думаете, я халтурщик? Я сказал, Леонид Дмитриевич, тебе деньги нужны? Нужны. Мне тоже нужны. Вот. Не вздумай выбрасывать как раз эти косточки. А все отдай мне. Вот. Доходы пополам. Согласен? По рукам. Вот. Я не стесняюсь. Да, сад Чернобаева. Вот это. И вы видели. Вот. Единственный в мире сад, где можно за годом проследить самые интересные клоны и сортообразцы. Не сорта, а сортообразцы. Вот. Это единственный такой в мире сад. Почему? Потому что когда вам эти самые с телеканала «Бобер» другие будущие упомянуть, вдруг когда-нибудь Сергей или Елена Савельевич возьмут ведущими. Вдруг. Ну, «Бобер», по-моему, прошлый век, я уже столько и над ними сгорялся. Туда точно не возьмут. Вот. Моих учеников и детей. Вот. Так вот, значит, получается так, что когда они садят саженец, ему жить несколько дней. После этого, когда они с листьями посадили двухметровый, изувечены в яму, вот с такими жалкими корнями, летом, ему жить несколько дней, ну месяц до смерти. Его никогда больше не увидите. А у меня, получается, вот такие были веточки. Переехали они, веточки, к Чернобаеву. Чернобаев привел на абрикос. Ну, скажите, неинтересно. Вот. А ведь эти регуляции не существует. Вот это вам что? Это вам мерещится. Ну-ка, щипайте себя. Я уже себя щипал. Нет, вот, блядь, на экране. Ты что, Дмитрий, сделал? Ты испортил мою, эту самую, мою гордость. Ты испортил мою гордость. Я с Украины привез их. Ты что натворил? Потом я успокоился и вот, говорю, по рукам, и скажите, что я халтурщик, скажите, что я на рынке купил. Вот. И, пожалуйста, как говорила древняя римлянин, все мое ношу с собой. Вот это мое, я считаю, в его саду это мое. Он совершил преступление. Он взял и доказал, не только я, что вегетативная градация существует. Что там было про лженауку, а, Оля? А, Наташа? Вы хоть заглянули бы на настоящее садоводство, настоящее. И это фотографии сделаны в наших садах.
Они с интернета, они с Крыма. Какой Крым у этого нет? Из Испании, не с Италии. Сибири. О, красотища. Сейчас дойдем. Это часть каталога. Вот уже это самое, не полный рост людей. Китайки какие. Ну, среди китайки это один класс. Пойдем. По деревьям не отличите, только по плодам. Черешни. Сегодня мы ели первую черешню. У меня уже заготовлена. Первая. 90% пропадет. Высота 8 метров недоступна. Вот. Упустил момент. Все туда ушло. Вот. А мы собираем только нижний ярус. Сегодня я собрал первые 60 косточек. То есть мы съели, но уже переспевшие. Уже птицы начали наклевывать. Первые 60 черешен. А сегодня у нас 13 июня. И такую рань никогда не поспевали. Никогда. Вот у нас была дикая жара без дождей. Ну, потом несколько дней холода. Но черешни первые поспели. А еще есть зеленые. Оказывается, название одно, черешня Боднера. А уже расслоение произошло. Так. Ладно. Красивая фотография. Скажите, разве может быть мои эти овощи невкусные? Когда сегодня или вчера пришло сообщение, письмо, что эти взошло, это не взошло, это взошло, взошло, а овощи не взошли. До того обидно. Самая легкая нам скорость. А у другого не взошли орехи мандрушки. Самые уже, куда уже, вот они. Пожалуйста, фотографии покажу. Еще покажу. Вот они растут. С того же самого этого, точно так же сертифицировал. Часть отправил вам, часть посадили. Наши взошли. Вот. Волочки взошли, амазонские орехи взошли. Вот два последних письма. Друзья, знаете, как горько читать, что не взошли. Я так хочу, чтобы все были счастливы. Это моя надежда, что это. Я не хихикаю, вот еще раз закажу. Вот. Мне надо, чтобы наши сады быстрее перекрыли эти. Чтобы люди перестали покупать на рынке всякое дерьмо. Сейчас я все еще ищу эти манжурские абрикосы. Представляете? Самое незаконное в мире дерево. Не делал я, не пересевал я. Вот, не опылял. Привел это самое. Черешню на вишню. Получил не черешню, а вишню. Ну, неужели не интересно жить, а? Единственное, что еще хочется того. В этом году появится, вы спросили, вот про этих, вот они спросили. Вот 5 сортов манжурской. Там еще есть эссенция амура, там еще покруче. Сейчас, вот. Возвращаюсь к этому. Так вот, у меня, вот он, сын манжурский скороплодный. На второй год заложил цветы. Можно назвать из косточки скороплодным абрикос, который на второй год заложил цветы. Вот она, это дерево. А у него есть опылитель. Я сейчас буду противоречить сам себе. Я написал скороплодный. А это дерево скороплодное. А если его опылил тот, который на пятый, на шестой год цветет? Что будет? А? Вот именно, что я не знаю, что будет. А вы говорите, это насчет качества. Теперь насчет других качеств. Вот этот вот оранжевый, он никогда таким не был. Один год взял, поменял цвет желтого на красный. И какой будет в этом году, я с него кусочки отдельно соберу. Обратите, вот этот забор, смотрите, возможно, пол дерева у соседа там, они вот так вот руки вот так вот и собирают. Они еще думали, что я буду к ним с ведрами бегать собирать с их территории. Я за всю жизнь свои плоды, чужую территорию, ни одного не взял в жизни. У меня был особый случай, когда 10 ведер свалилось на голову соседям, одной ветки. Это в фильме снято, это задокументировано. Вот, груша. Это самый сорок. 10 ведер упал на их территорию. Мы когда пришли, нам надо было на семечки, Сергей Александрович Савинич. А я снимаю крупным планом. Они стесняются, когда мы собрали, а там оставалось где-то ведро или два.
Можно, мы это. Мы пришли просить разрешения, я пришел. Крупная, отборная, сочная. Бывает редкий год, когда солнце не такие вкусные. Вот. Хоть и сварок. Вкуснючие. Ну, знаете, стоит мама, стоит дочка, все на камеру. Стесняется. Да мы с тобой. Да ради бога, там оставались слегка подпорчены. Нам-то надо было на Косте с Еленой Александровной, с аспирантом. Вы представляете, и так, это единственный случай, когда мы брали чужой территории. Вроде свое. Вот, разрешение спросили. И вот это вот, годом раньше, была желтая. Какая она будет в этом году из Коски, не знаю. Вот он всем нажился уже два. Вот. Номер три. Кто его опылил? Откуда я знаю? Тут рядом кругом этих. Вот этот был, я его специально, чтобы вас заманить, чтобы купили десяток косточек, чтобы вы мне за него заплатили 300 рублей. Но кто будет в этом году? Вы знаете, что на следующий год было? Укрупнился в два раза и стал желтым. Открываю секрет. Ну как мне быть-то? Вас завлечь надо? Вы сказали, тогда надо было сделать в следующем году новую фотографию с более крупными и желтыми. А чем же вы нам старую фотографию покажете? А чтобы заманить? Это дерево тоже? Я же не обманул, дерево-то тоже. А какая будет потом, когда в этом году еще не знаю, какие будут. То ли вернулся этот цвет, то ли красивый, то ли будет чисто желтое, побледнее. Что здесь к вашей кошке вырастет? Тебя опять кто-то опылил? Как мне ответить на ваш вопрос? Не знаю. Я хозяин, не знаю. Вот, посмотрите сюда. Номер 4. Похож ведь тот же манжурец, с того же дерева косточки. Ну почему они все разные? А почему все разные получились двух десятков у Ваулина? Директор института врать не будет. Вот как мы и выделил сеянцы? Ну, забыл про железо, помянуть, но мои сеянцы это получились. Там, помните, 28-42 килограмма? Это не шутки для молодых деревьев. Это рекорды для науки. Рекорды. Вот. Там вообще с абрикосами труба. Лечат, калечат, лечат, калечат. Потом говорят, нету. И вот получается так, что он в его докладе звучит, только перерывал в одном. Других мест не 42 килограмма, а 500 грамм. Вы чувствуете, нет? 500 грамм с дерева среднее. Это с других районов страны, с других садов. А мои 42 килограмма. И рядом тут же говорит научное учреждение, я догадываюсь, чье, я там многие перезнакомил, два раза был в Челябинске. Догадываюсь, какое? 300 граммов. Это что за наука? Это 300 граммов? Граммов? Вот. А у вас получается так. А хрен его знает, моя косточка, это же из косточек. Сыновья манжурцы из косточек. Вы представляете, какое чудо вас ждет? А как кто будет? И опять кто папа? Кругом культурный. Я вот уверен, у меня были парочку у них кладу по 40 грамм. Обычно 20, 25, ну где-то до 30. В этом году я вам покажу 40 грамм, а может и 50. На манжурцах. Помните, ветром надуло? Мое выражение. По науке ветровое опыление, по железовской науке ветром надуло. Это для нас, мы же это. Меня же запретили считать себя. Какой он генетик? Металлург. Вот я металлург, говорю, ветром надуло. Посмотрим, чего надуло. Ну как умею я рассказывать, объяснять. Вот еще. Вот еще. Слушай, не повторилось два раза, ну-ка. Неужели я прокололся? Это, наверное, придется стереть. Ой, я вижу другое. Ну-ка еще раз. Нет, то же самое. Ладно. Тогда одно убираем. Ну, это промашка моя. Вырезать. Вот. И вот этот. И сейчас я вам пятый покажу. Самый сладкий. Вот он. Самый сладкий. Пятый. Какой будет с вашей косточки, я не знаю. Вот. А, вот.
Один год был такой самый сладкий, вот этот уже качество стало на следующий год похуже. И опять ветру. Ну почему он один и тот же вот так меняется за один год? Кроме того, что чья-то пыльца попала. Причем не должно быть этого, в принципе-то. Есть понятие материнское дерево, которое передает качество. Потомстве, да, вот допустим, если какой-то красноватый его опылил, какой-то, да, мы возьмем косточку и получим уже таких и таких. Но не должно быть на этом дереве, на корне собственном, вот так вот менять каждый год. Опять ветром надуло. Ну что, помните, я говорил, всегда, часто говорю, сколько хохот в академическом зале. Ну, пускай хохочет. Все. А, мы не закончили. Давайте вернемся в вебинар. Вернемся в вебинар. В общем, что получается? Получается, на ваш вопрос. Какие основные отличия, не знаю. Теперь я ответил коротко. После этого я имею право гордо поднять голову и сказать, я не знаю, какие отличия. Привет, я вам показал, какие отличия. Вот. И вкус у них у всех разный. Кисло-сладкий, сладко-кислый, чисто-сладкий. Вот. И что будет, то будет. Вот. Гражданин Сибирев, как мог, так ответил.